Изготовление простой арки. Начало стандартное. Разметка для профилей, для направляющих. Теперь по этим размеченным линиям нужно присверлить профиль УД. Направляющие присверлены. Периметр готов. На стенах у нас будут полуколонны до пола, круглые. Поэтому нужно для них сделать горизонтальную часть наверху, сантиметров где-то 15-20. Горизонтально и потом уже скругление. Для удобства изготовления можно сразу закрутить полоску и всю необходимую разметку на ней сделать. Вот здесь у нас отступ от стены, куда приходит колонна. По разметке можно сразу закрутить профиля. И затем нарисовать радиус. После того, как нарисуете радиус, лишний картон можно срезать, чтобы он не мешался. Все лишнее срезали, теперь можно прикручивать змейку. После прикручивания змейки у нас получится один готовый бортик. Такое же самое нужно сделать с другой стороны. Затем между бортиками нужно установить перемычки. И можно приделывать дно. Готовый каркас. Теперь можно приделывать донышки. Начать лучше с маленького кусочка вот этого снизу, сделать его с запасом и на него опереть длинную полоску. Готовая арка. Обычный полукруг с площадочками для колонн.